Добрый день, ребята, мои подписчики. Сегодня будем покажу вам второй день цыплятки. Бройлерки. Вот такой вот у меня брудер стоит. Вот такой ящик. Не давали всю ночь сегодня спать. Это капец, что творится. Вот они тут, вот под красной лампой. Балдеют. Вот, давал я. Начал давать. Первый день давал воду сладкую. На второй день я даю им парацимицин с кислотой. Вот, они начали двигаться, начали больше кушать. А сейчас мы проведем совещание. Братва, а ну на совещание все. Все собрались. Так, давайте, давайте, сходимся. Нечего обалдеть. Нечего обалдеть. Все с угла. Вот. Вот наши кабанчики. Ту-ту-ту. Вот такие вон градусник торчит. Вот, вот так вот. Окошко. Ну, в общем, ребятам хорошо тут, комфортно. Вот. Буду снимать видео уже в 10 дней. Тогда взвесим уже с вами. И кто не подписанный на мой канал, подписывайтесь. Будем советовать. Ну, я как начинающий блогер. Может, кто мне посоветует, как лучше... Ой, начинающий блогер, я говорю. Начинающий птичник. Только начал, вот взял себе цыпляток. Не знаю, как лучше переводить их на корм после 14 дней. Какой лучше им предоставить или же покупать средний корм, как обещают. Вот. Или же делать мешанку им. То есть пшеница, овес, семечко, такое вот по пропорциям. Кто знает, подсказывайте. Все, всем спасибо, всем удачи.